Все мы любим Майнкрафт за то, что можем делать в нем все, что хотим, а я недавно нашел игру, где мои возможности безграничны, ведь я в ней бог. Здесь ты управляешь жизнью людей, создаешь и уничтожаешь империи или сражаешься с другими божествами. В общем, судьба человечества в твоих руках. Игра доступна прямо в браузере после 10 секунд регистрации. Ссылка в описании. Заходи и сразись со мной. Доброго времени суток, уважаемые друзья, меня зовут Перпетум или же Александр, и сейчас я поиграю в одну из моих любимых игр под названием Time Shift. Сколько я снимаю видео, ровно столько я хотел записать эту игру, но почему-то у меня никогда до этого не доходили руки. И сейчас я решил сильнее разнообразить контент на своем канале и, в общем-то, пройти эту замечательную игру. Опять же, Иерихон я не забрасываю, просто я выпускаю его довольно редко. А Time Shift я хочу пройти залпом, потому что именно так я и сделал в свое время, когда в него играл, когда он только вышел. Игра действительно очень крутая, и здесь, собственно, я буду играть за чувака, у которого есть костюм, с помощью которого он может останавливать время, замедлять время, перематывать его назад и так далее. Давайте смотреть заставку. Правда, звука в заставке не будет, потому что за него дают АП, я просто в редакторе его обрежу. В общем, ребята, если кто не понял, суть в том, что была лаборатория, в которой создавались костюмы, с помощью которых можно перемещаться во времени. И вот этот вот лысый дедуля в очках украл одну из версий этого костюма, отправился, видимо, в прошлое и изменил все под себя. Теперь он создал диктатурное государство, такое антиутопическое. В общем-то, он здесь единственный лидер. Президент, и, в общем-то, все находятся под его тиранией, под его властью, и мы должны его остановить, потому что мой персонаж одел вторую версию костюма. И, собственно, отправился вслед за этим дедулей. Ну что ж, привет, дружище. Я вот очнулся, и теперь я буду понимать, что здесь происходит, что вообще и как. В общем-то, вот это повстанцы, я полагаю. Но почему? Почему эти повстанцы увидели меня и сразу сказали, мол, да, все хорошо, вставай. Какой-то странный мужик оказался непонятно где. И они говорят, да, все хорошо. К тому же, наверняка, подполье засекречено, и поэтому доверять просто всем подряд смысла нет. Не знаю, чем я заслужил такое доверие, но заслужил, это хорошо. И, кстати, здесь очень много китайцев. Видимо, мир будущего будет именно таким. Ничего не имею против китайцев, но китайцев очень много. В смысле, пошел отсюда? Только что вы говорили, да, ты наш друг, все хорошо, да, Саш, мы тебя любим, ты нам поможешь, а теперь пошел отсюда. Сейчас я тебе пойду, блин, у меня пушки нет, я бы тебе пошел, если бы у меня было оружие. Хорошо, я тебя запомнил.
Посмотри мне в глаза. Я запомнил тебя, запомни меня. Все, иду дальше. Раненые. Вообще, повстанцы больше похожи на террористов. А вдруг меня обманывают? На самом деле, этот лысый мужик нормальный, хороший. А повстанцы это как раз таки и есть враги. Но они запудрили мне голову и, в общем-то, решили переманить меня на свою сторону, так скажем, завербовать. Кстати, здесь будет очень много всяких агитационных плакатов, стилизованных даже в какой-то степени под коммунистические плакаты. Видимо, ребята вдохновлялись все-таки этим строем коммунистическим. Ну, целая куча террористов, да? Да, да. Начинаем эвакуацию, приказ Кука. Кто такой Кук? Расскажите вообще, что происходит? Я не понимаю. Я играл в эту игру, но играл довольно давно. Я помню, что она мне безумно понравилась. А что здесь происходит, как здесь происходит, я толком уже и не помню. Поэтому придется все вспоминать, собственно, заново. Ну, так интереснее будет, по крайней мере, мне. Да, робот стреляет. Понятно, я спрятался, это я помню. Все, идем дальше. Давай, быстрее выбивай, китаец, эту фиговину. Все. Все. Отлично. Вроде бы теперь я в безопасности. И что еще я хотел бы отметить, что эта игра безумно приятно управляется. Я, честно говоря, навскидку даже не могу вспомнить ни одной игры, которая управлялась бы настолько приятно, настолько бы она хорошо была оптимизирована. Я не знаю, здесь все такое плавное, все такое приятное. Я просто кайфую, когда играю в игры подобного рода. С таким хорошим управлением. О, еще и Нига. Странно, что он не начал читать мне рэп. Ладно, ладно, я же не расист. Черт возьми, не люблю я расизм. Такс, окей. Окей, бегу на улицу. Понятное дело, что это нифига не восточная Европа, но все-таки какие-то нотки есть. Что-то такое похожее есть. Либо мне кажется. Дома, в принципе, похожи, а вот эти лестницы, они, по-моему, только свойственные американским домам где-нибудь в Нью-Йорке, там, в Лос-Анджелесе. Вот такие вот пожарные лестницы. У нас я таких, честно говоря, не видел. Ну, по крайней мере, в Беларуси. Да, все. Хорошо. Можно ползти наверх. Вообще, мне очень нравятся антиутопии, я кайфую. Я посмотрел, наверное, все фильмы антиутопические. Прочитал несколько книг. Некоторые еще не закончил. Например, «Мы Замятина». Я что-то начал ее читать, но как-то не пошло почему-то у меня. Хотя это считается первой антиутопией, что довольно странно. Она была написана русским чуваком. Я даже не думал, что первый антиутопический роман написал русский. Это было на самом деле довольно приятно. Такс. Оп. Никого. А нет, враги все-таки появляются. Получите, сволочи, вы убили моих братьев, с которыми я был знаком всего лишь минуту, но тем не менее я уже готов мстить за них. Вот, что мне не нравится в этой игре, так это то, что здесь очень толстые враги. Действительно, убивать порой их довольно сложно, потому что, ну, они очень толстые. Очень много нужно выстрелить раз в него, чтобы враг погиб. Оп, привет, дружище, привет. А еще здесь можно устраивать расчлененку, что тоже на самом деле очень важно. Останавливаешь время, подбегаешь к чуваку, цепляешь к нему гранату, воспроизводишь все это дело и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И он разлетается на маленькие кусочки. Выглядит это очень сочно и очень красочно. Ну давай, сдохни уже. Наверное, все-таки лучше использовать свой карабин. Он будет помощнее, чем этот пистолет. Такс. Здесь мои террористы. Привет, террорист. Откуда ты знаешь, что это за костюм? Наверняка этот чувак лысый стал бы скрывать. Хотя нет, это все-таки больше похоже... Блин, я даже не знаю, что это за город. Ладно. Так вот, этот бы лысый чувак не стал бы раскрывать тайну, как он оказался в этом мире и почему он стал властителем этого мира. Наверняка он никому не рассказывал про свой костюм. Кстати, куда идти? Сюда, да? Так что, ну, не знаю. Может быть, мы уже знакомы, просто меня сразу бросили в гущу событий. Может быть, я уже давно прилетел, хотя, судя по заставке, только вот-вот прилетел. Нажмите R, чтобы перезарядить оружие. Да, я знаю, я не так глуп, в принципе, поэтому... Я знаю, что обычно в экшенах, в шутерах, нужно перезаряжаться на букву R. Ничего в этом нового нету. Такс.
Опачки, привет, товарищи, у вас все нормально в этой жизни? Все хорошо, да? Вы очень радуетесь, да? Наверное, я дам вам вот это. Как вам? Нормально? Нормально себя чувствуете? Все хорошо, чуваки? Все, отлично. Контрольные выстрелы сделал, можно двигаться дальше. Оба-на, еще друзья мои. По-моему, своего друга я тоже убил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я малесенько, походу, перестарался. У него немножко не хватает чего-то. Каких-то частей тела. Я даже не знаю, каких. Многих не хватает. Вообще, ему не хватает всего в этой жизни, по всей видимости. Уже ни рук, ни ног у него нету. Очень жалко. У него, по-моему, даже головы нету. Откуда, откуда, откуда? Отлично, отлично, отлично. Успел заметить, иначе бы он меня просто уничтожил. Блин, у него даже головы нету. Можно было бы жить, если бы была голова, но... Нет, а еще у него нету органов. У него просто тело состоит из одного куска мяса. Просто кусочек мяса. Так, что у нас здесь? Ага, здесь ничего. Это просто лабиринты. Лабиринты, свойственные таким играм. Так, наверняка сейчас полезут противники. А вот и первый из них. Привет, друг. Оп, наверху еще кто-то сидит. Нужно постоянно уворачиваться, потому что враги наносят очень много урона тебе. Очень много. Действительно, стреляют они больно. А полоска здоровья у меня... Ой, привет, небольшая. Поэтому действовать надо предельно аккуратно, как никогда раньше. Оп, еще один друг. В принципе, сейчас я могу подствольник использовать, потому что здесь есть ящик с боеприпасами, который может постоянно восстанавливать эти боеприпасы. Оба-на, спецназовцы, минус один. Ага, второй побежал туда. Окей, сейчас мы с ним тоже разберемся. Выходи, друг, поиграть. Ой-ой-ой-ой-ой. Попал, попал. Я думал, не попаду, но я попал. Отлично. Надеюсь, больше никого нет, можно двигаться дальше. Ну что ты? А, сволочь. Кстати, вот на этом месте я появился. Потом меня перекинуло туда почему-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие мы серьезные это. Очень серьезно настроены эти ребята. Но я настроен серьезнее. Получите, получите. Оп. Еще минус один. Блин, он снял мне половину здоровья с одного залпа. Вот про это я и говорил. Игра довольно сложная, поэтому я буду постоянно сохраняться. Чтобы не было недоразумений. Убил. Все, всех убил. Отлично, потратил все снаряды из подствольника. Но зато всех убил. Это хорошо. Такс, такс, такс. Вот еще один агитационный плакат. Эти бочки можно взрывать? Черт, 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 черт. Да, можно взрывать бочки. Фух, хорошо. Хорошо. Всех убил. Ненавижу лазить по канализациям. Никогда я этого не любил. Никогда я этого не понимал. Оба-на! Привет, товарищи! Теперь я не один, теперь нас тут много, теперь мы сможем рассказывать друг другу анекдоты. А вот эта пушка очень крутая, это арбалет. Арбалет всегда, это круто в играх. Первый арбалет в играх, который я увидел, это был Half-Life. И арбалет был действительно крутой пушкой. Блин, 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 блин. Ой-ой-ёшечки, ё-ёй. Вот это гигантский робот, внутри которого и сидит лысый мужик в очках. Черт, сейчас началась настоящая война повстанцев против властей. Они хотят свергнуть режим тирании. И, в общем-то, тираны создали вот такого гигантского робота-паука. Я понимаю, что это немного непрактично, наверное. Потому что этот робот уничтожит все дома. Даже если установлена тираническая власть, будем называть ее так. Не очень выгодно ломать свой город. Потому что шансов, что люди ополчатся, будет еще больше. Оба-на. Все. Из-за того, что в меня выстрелили, костюм решил автоматически отмотаться назад. Отмотать время, чтобы я выжил. О, это хорошо. Это хорошо, это хорошо, это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько тут всего, сколько же здесь всего. Все? Ну и куда меня забросило? Да, ваш костюм может останавливать, замедлять и инвертировать время. С этим я знаком, это я уже делал, как бы. Это да. Ради этого, собственно, я играю в эту игру. Это самое классное, что здесь есть. Признаюсь честно. О! Теперь я не могу вернуться назад во времени. То есть помешать я ему уже не смогу. Я могу только свергнуть эту власть. Что на самом деле довольно печально. Вон повстанцев избивают, нужно им как-то помочь. Странно, что они меня не видят, только тут, только что тут появился чувак, который, блин, появился просто из ниоткуда, и они такие, окей, как бы, окей, окей. Ну что ж, оп, оп, одного завалил, нужно еще завалить двоих, там их было
Ой-ой-ой-ой-ой, какие мы агрессивные, какие мы агрессивные. Посмотрите на нас, мы хотим убить Сашу. Но у нас ничего не получается, у нас что-то не выходит, да? Что у тебя не выходит, а у тебя что не выходит? Что с вами не так, ребята? Ведь я вам ничего не сделал, вдруг я ваш союзник. Вдруг я пришел вам помочь. Они еще не разобрались, а уже стреляют. Хотя я в них стрелять не начинал. Видимо, они стреляют вообще абсолютно во всех горожан. Или в этом городе уже нет горожан, всех убили. Или все стали повстанцами. Я не знаю. Такс. Еще парочка террористов мертвых. Эх, окей. Я не знаю, зачем они скрывают лицо за этими масками. Если это повстанцы, в любом случае, как бы их убивают. То есть, блин, вряд ли кто-то запоминает их лицо, поэтому найти их не смогут. Ну, тут не так холодно, чтобы одевать эту маску, поэтому причин для одевания маски я на самом деле не вижу. От пули она не защитит, тут не холодно, от холода она тоже не защитит. Тем более в условиях дождя, как бы. Ладно, чё я придираюсь? Так вот, в условиях дождя она бы намокла и было бы человеку некомфортно. Действительно, я начинаю придираться уже. Так выглядит круче, будем честны. О, еще один плакат. Такс. Эх, тоталитарное общество. Это всегда так романтично. Тоталитарное государство. Особенно, если оно красиво стилизовано. Это очень плохо, но если видеть это где-нибудь в каких-то произведениях художественных, книгах, фильмах, это выглядит прикольно. Людям это нравится. Ну, мне нравится. Точно, ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Давай, давай, проходи, проходи мимо, куда шел, туда и отправляйся. Он не хочет, он просто стреляет. Окей, попытаюсь пробежать. Замедляем время и отлично. Так, это я замедляю время, это я останавливаю время и мотаю назад. Все, я понял. Умею делать, в принципе, все. Посмотрим, как теперь мой чувак будет себя показывать в условиях битвы. С использованием этого, собственно, времени. Сохранюсь. Совсем забываю про сохранение. Ой-ой-ой. Включаю перемотку назад и пробегаю по рушимущейся... Короче, по мосту, который вот-вот разрушится, да. Это круто. Что вы не просто перематываете время назад, а в это время, пока время все перематывается назад, можете двигаться по уровню. Это круто. Обычно в играх работает дело так. Ты включаешь перемотку времени, и тебя перекидывает назад. Здесь несколько иначе. Что на самом деле довольно прикольно. Ну что ж, сейчас, наверное, уже начнутся бои. Ой-ой-ой-ой-ой. Перематываем время назад. Нужно спасти этого чувака. Пам-пам. Все, спас чувака. Теперь он будет мне помогать, да? А, ну да. Чух. Ой, промазал. Использовал не то. Надо было время остановить, а я включил замедление. Черт. Враги сейчас подойдут. Опа. А еще здесь есть очень прикольная фишка. Сейчас вам ее, ребята, покажу. Ой. Останавливаю время. Где противник? Короче, не успел я сейчас этого сделать. В общем, можно подойти к чуваку и забрать у него оружие. По-моему, это тоже очень круто. Сейчас найду врага. Оп. Останавливаю время. И забираю оружие. Что такое, дружище? Получи еще гранату. Все. Что это? Это его желудок или это его сердце? А это что такое? Вообще, честно говоря, органы здесь выглядят довольно странно. Можно еще делать так. Пам. Красота. Останавливаем время. Где они все? Оп-о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 п. Ай-яй-яй-яй-яй, забежал совсем не туда, но вроде бы справился, всех убил. Не так это было страшно, я думал уже погибну. Лучше я буду бегать с дробовиком. Дробовик мне нравится больше, честно говоря. Так, внизу есть враги. Привет. И тебе привет. Все, они все мертвы. Время остановилось, и они мертвы. Замечательно. Ах ты, сволочь, как ты спрятался, а? Как крыса последняя. Вышел бы как мужчина со мной сражаться, как твои братья. А ты как последняя крыса спрятался. Негоже это, негоже. Так, что происходит? Происходит перестрелка, но почему-то мне кажется, что нужно остановить время и быстренько пробежать здесь, чтобы меня не убило током.
Вмешиваться в перестрелку мне пока не особо хочется. Сохраню игру и спрячусь просто где-нибудь здесь. Отлично. Наверняка сейчас я смогу найти еще несколько своих союзников. Да, привет, ребята. Но как-то их быстро убивают. А, потому что куча врагов идет. Еще я люблю игры, где ты сражаешься не один на один с целой армией, а когда у тебя есть какие-то союзники. Именно поэтому мне в свое время нравилась игра Call of Duty, потом она, правда, стала какой-то странной. Перестала мне нравиться, но поэтому я ее любил, потому что там были такие активные боевые действия. У тебя отряд, у врага отряд, все это быстро, круто, сражение гигантских армий, особенно в Call of Duty 2. В общем, все это мне очень нравилось, а потом все это, к сожалению, маленечко подсдулось. Поэтому уже последние несколько частей Call of Duty я просто пропустил. Последняя часть, которая мне понравилась, это была Black Ops 2. Блин, вообще и первая часть Black Ops мне понравилась. Я не знаю, многие ее недолюбливают, а мне сюжет там понравился, например. Такой он, конечно, фантастический, но все равно интересное, интересное. Особенно во втором Black Ops. Да и в первом был не хуже. Короче, в обоих частях Black Ops были классные сюжеты. Мне нравилось. Такс, как быть, как перебраться на ту сторону? Оба-на, опять по нам стреляет робот. Да, я так и знал, что он разрушит эту решетку. И можно будет двигаться дальше. Новое задание. Опять ток. Нужно подняться наверх. Окей, сейчас поднимусь. А вот, собственно, и подъем. Опять сохранюсь, потому что мало ли, всякое бывает. Черт возьми, рисковать не хочется. Проходить потом 10, 20, 30 раз. В эту трубу нужно запрыгнуть? Что-то мне подсказывает, что нужно запрыгнуть в эту трубу и как-то перебраться туда. Блин, упал. Не понимаю пока. Пока не понимаю. Окей, пожалуй, я так и сделаю. Других вариантов я не вижу, если честно. Может быть, вы уже заметили что-то, но я не вижу. Поэтому я просто прыгаю в трубу. Да, и нужно здесь сделать что-то примерно такое. Опа. Все. Отлично, перебрался. Все хорошо. Так, снайпер. Нужно как-то с этим быть. Просто залп, хороший залп, и снайпер погибает. Меня это устраивает, мне это нравится. Сохранюсь, блин, прямо во время битвы сохранился. Не самое лучшее время выбрал, но я не думал, что прямо сейчас выскочат враги. Поэтому, собственно, и сохранился. Такс. Опять сохранюсь, пожалуй. Вот, каждый раз, когда я решаю сохраниться, появляется куча врагов. Получи, сволочь. Просто замедлил немного время и всех убил. Так, как показывает радар, там тоже сейчас будет куча врагов. Я думал, он сдохнет. Вот этого чувак точно не ожидал. Он так прыгает круто, как Рэмбо прямо. Но что-то идет не так. Я даже от пуль могу уворачиваться. Нео, блин. Черт возьми, самая настоящая матрица. Возьму-ка я лучше дробовик. Не знаю, почему я беру обратно карабин. Дробовик мне нравится намного больше. Прыгай сюда. Ты будешь прыгать? Пам-пам-пам-пам-пам. Не прыгнул. Ай-яй-яшечки-йой-йой. Бедный-бедный мальчик. Мне даже не жалко тебя. Хо-хо-хо-хо. Он думал, я скажу жалко. Мне не жалко его. Эта падла пыталась меня убить. Поэтому я просто буду издеваться над ним. О. Пухляш, привет. В общем-то, в принципе, ребята, я думаю, на этом можно остановиться для первой серии. Вот такая вот игра, мне она очень нравится, и если она вам понравится тоже, я буду ее проходить до конца. В общем-то, если не понравится, ну, зачем проходить, если никому не нравится, я тогда сам пройду. Ну, не буду записывать. Большое спасибо за просмотр, друзья, за внимание, до новых встреч, всем удачи и всем пока.